Настя Стельмах. Вы ссорились или дрались в детстве? У вас у Артема есть братья и сестры? Вы тренируетесь каждый день или у вас есть какое-то расписание? Настя! Да! А что ты хочешь? Конечно, мы дрались, на районе так надо. На районе так принято. Понять. Слышь, Настя, ты вообще смотрела этот фильм? Отбросы называется. Не, я должен. По-мужицки сейчас фильм вот этот. Бойцовский, да. Клуб бойцовский. Короче, да, у меня есть, типа, брат двоюродный. Боец. Илюша зовут, боец. И есть, короче, такая еще сестра троюродная, Аня, пай, мужичок. Такая. Так была. Нормальная чекуля такая, с райончика тоже, короче, по понятию. Короче, бойцы. Бойцы! Дрались. Братан, Николь Кидман пишет. Артём, что для тебя значит спорт? Ну, Николь, был молодым, короче, вот так делал, блин, двадцатку отжимался, не меньше. Сейчас, короче, кабачком стал, вообще больше пятнашки не могу. Братан, ну и видно, у тебя ляхи, смотри какие. О. Кабачок. Кабачок. Даша Гончаренко. Какой у вас был любимый мультик в детстве? Даша, с моей куткой Эльвирой смотрели мультики, да, Сакура там, Чип и Дейл, сейчас на помощь. Вот, вспомнил мультик, мы сейчас не смотрели, там Дигимончик, да. Братан, да ты Дигимонов до сих пор смотришь? Что смотрели? Дима Чабанов. Какие у вас мобильные телефоны? Ну я с братишками на яблочке, а у Димона днем была лыжа. Смотрите. Я задыхаюсь пылью и падаю бессильно на кафельный пол. Земля уходит плавно, я думаю о главном. Николь Кидман. Дима, ты где-то учился или учишься после школы? Ты глядя на меня, скажешь, что я где-то учусь? Нет, Димка, я смотрю на твою компанию, и мне кажется, что ты вряд ли где-то учишься. Я прав? Точняк. Точняк, братан. Дай пять. Спасибо, братишка. Дима Чабанов. Как вы думаете отпраздновать свой день рождения? Да скисли на районе посидим с братьями, с бандой. Пацанчики на районе бега еще присядь. Гислова бахнем. Нормально. Я тоже с ними там буду. Гислова возьмем. Да ладно, пацаны, я с вами буду тогда. Настя Шаповалова. Самый безумный поступок. Сейчас сделаем. Я, короче, не при делах. Я манал этих пацанов. Я иду домой. Йо. Тихо! Вы что делаете, демоны? Вы что делаете? Что делаете? Давай, брат, за мной, брат! Вы что творите? Вы безумцы! Лезь прямо по солнцу и вверх! По солнцу! Димка! Здесь уже, мусора здесь! Пацаны, давай! По солнцу и прямо вверх! Я тебя верю! Прямо в небо, брат! Прощай! Брат, ты кто? Стой! Стой, братан! Стой, братик! Брат, стой! Это я! Это я, братик! Братик, стой! Стой, собака! Собака! Слышь, стой! Стой, ты кто? Слышь? Собака. Собака, ты что, играешься с нами или что? А ну стой! Стой, пёс! Пёс, стой!
и тем, кто, слава богу, на свободе, забегай на цифры, братик. Александр Петриченко, вы кого-то тренировали или будете еще тренировать? Давай заглянем в будущее и проверим это. Даша Гончаренко, Женя, если бы у тебя появился бы шанс снять свой фильм, о чем он был бы? Ну да, фильм был бы простой. Вообще, сам сценарий фильма был незамысловатый. Вот смотри, 40 гопников и Аладдин. Ну а дальше ты сама поймешь, да? Красавчик, ты милашка. Николь Кидман, Вова, счастлив ли ты? Да, я счастлив. У нас есть прекрасная команда. У меня есть прекрасные друзья, с которыми я дружу. Да ты просто капитан очевидность. У меня есть девушка, которая имя я не назову. Это Юля. Ты ж сказал, что не назовешь имя. Да я влюблён в неё просто. Ну ты романтик, милашка. Что я хочу еще сказать? Ребят, вы сейчас за кадром, вы меня не слышите, меня вы слышите, вы просто светите фонарями. Но это правда. И я... Это прожектор. Я просто счастлив. Ребят, что я хочу сказать вам просто? Слава Украине! Героям слава! Красавчик!